Сколько народу, со счета сбиться можно. Оно, конечно, понятно, я же популярный. Я это типа стартовая локация. Всякий вы, конечно, знаете с меня. Что-что? Вы меня не узнали? Манштадт я, регион метров и свободы. Вот и интересуюсь, каким ветром всю вашу раму сюда занесло, что от нашей свободы уже ничего не осталось. Жители с ног сбились. Квестами обеспечь, сюжетку двигай. Всех приюти, накорми, напои. Особенно напои. Сидрое озеро уже милей походу начало. И вообще, понаехали тут, а я вам не резиновый. Значит так, раз уж всех вас моими силами никак не прокормить, придется помощью ближайшего соседа по континенту просить. И вы, наверное, уже догадались, кто этот сосед. Лиуэ! Ну да, правильно, Лиуэ. Тогда давайте сейчас его дружно и позовем. Вот прям так. Да не глухой я. Это мне эхо в горах мешает. Я сразу понял, что это ты меня звал. Привет, Манштадт. А меня вы случайно не звали? Снежная, ну куда ты вышла? Ты же еще не вышла. Жди, как все свои очереди, когда разработчики тебя выпустят. А мне никто не указ. Да я вообще по лору гроза всея Тайвата. Гроза? Ну-ну. Тише, Надзума-сама, а то еще пробки повышибает. Что? Пробки? Все пробки. Во всех бочках. Во всех твоих погребах. Снежная, ты лучше смирно посиди, пока не выпустят. Ох, скорее бы выпустили. Уж я бы так вышла! Ага, с цыганочкой с выходом. Нет, с другим танцем. Ну так что, друг Манштадт, тебе финансовая помощь нужна или моральная поддержка? А моральная, поддержка нужна. Ты издеваешься, что ли? Скажи еще, что не в курсе всей моей ситуации. Да про твоих незваных гостей уже все регионы в курсе. Кстати, могу подогнать по дешевке партию матрасов и постельных принадлежностей для них. Будет на чем разместить. А, вот еще. Есть особая модель кровати в сине-белой расцветке. Как раз для вашего крепи. Стильная и термостойкая. Так и называется. Не спи, замерзнешь. Если ты не прекратишь впаривать мне всякую чушь, я тебя выгоню и закру дверь. Кстати, о дверях. Для тайной комнаты в библиотеке Лизы мы придумали отличную дверь. С узорами из молний и оригинальной надписью «Не влезай! Убьет!» Только сегодня и только сейчас можно заказать с хорошей скидкой. Ты меня вообще слышишь? Что с тобой сегодня? Ничего не могу с собой поделать. У меня сезонное обострение болезни. Воспаление хитрости? Хуже. Распродажа на Лью-Экспресс! Вот меня и заносит. О, сочувствую. Хоть кто-то мне сочувствует. И Надзума вон вообще границы закрыла и выставила цепление по берегу, чтобы ни один, понимаешь, корабль с товарами не пробился. А, будь твоя воля, ты завалил бы льюешим ширпотребом весь Тайват. Это да, признаю, уел. Постараюсь держать себя в руках. Так, сколько тебе нужно моры в качестве гуманитарной помощи? Сколько? Столько. Эх, ладно, с
Согласен. Гулять так гулять. Пользуйтесь, пока я добрый. Гачу, кручу, плачу и плачу, вот засада. Хочу тортольку, тортольку хочу, так бисер мне буду рада. Немедленно прогоните ее, иначе клянусь, я и Надзума регион молнии вечности. Запустишь в кого-нибудь молнии и отправишь в вечность три раза ха. Да ты, да я... О, а хотите фокус? Ой, товарищи регионы, я на минуточку заглянула, чтобы в гости вас пригласить. Я тут блинчиков испекла со сгущенкой и мороженым. Приходите попробовать. Вкусная хоть. Кто выжил, все благодарили. Мы придем, придем. Только с одной общемировой проблемой, помимо тебя. Разберемся? Эх, ну ладно. Я даже не знаю, который из ипостаси Снежной раздражает меня больше. Но сейчас вопрос не в этом. Я обращаюсь к вам по очень веской причине. Явилось миру древнее пророчество о том, что грядут неисчислимые беды. Да вы не стойте, присаживайтесь. Что, настолько сногсшибательные вести? Нет, как зрители, присаживайтесь. Согласно традициям моего народа, я все вам покажу. Но я ничего не понял. Лучше бы песни спела, честное слово. Лига, переведешь, а? В наших регионах несколько отличается культура. Так что значение поз и движение веера и Надзумы я могу перевести только как... Распродажа Лью-экспресс! 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 Опять у Лига сезонное обострение. Не подходи, коварный соблазнитель! На спонтанные покупки. Надеюсь, это не заразно. Лиюэ, дружище, сходи, отвлекись. Водички попить, что ли. Надеюсь, нашему Лиюэ полегчает. Так вот, насчет разных танбет. Ты точно помимо танца никак иначе не можешь нам о них сообщить. Ух, не цените вы, молодежь, высокое древнее искусство. Но именно поэтому, предполагая вашу неосведомленность, я подготовила все в письменном виде. Простите, пожалуйста, ведь может моя забота покажется излишней, но я вижу, что гостям немножко жарко. И ведь может приятная прохлада скрасит их пребывание здесь. Я бы могла помочь. Снежная, тут как-то не до тебя. О, моя любимая масочка нашлась. Так, руки убрала, оставь где лежит. И на цумопяка, и на цумопрекина. Бип-бип-бип, вот вы меня не любите, не цените, а постоянно прогоняете. А я как сейчас натравлю на вас своего ручного белого медведя, узнаете? Лови ее, пока еще каких-нибудь бед не натворила. Так, вынуждена признать, вторая ипостась Снежной поадекватнее будет. С ней хотя бы договориться реально. Наконец-то! Что вы, жалкие регионы, тут учудили? Это моя прерогатива устраивать в мире хаос и беспорядки. Успеешь еще, но потом. Сначала нужно понять, какие тут неисчислимые беды нам грозят. Снижение популярности игры. Кусающие за пятки конкуренты, не соблюдающие контракты поставщики, толпы попаданцев из других игр и миров путем кроссовера. Ну, если все дело в попаданцах, давайте просто перебьем их и дело с концом. Добрая ты наша Снежная. А тут написано «Жуткий дисбаланс характеристик героя». Драка между мейнерами разных персов? Вроде ничего нового. Переизбыток был вайфу на квадратный километр площади. Их там типа уже можно быть штабелями складывать. Что?
введение всемирного сухого закона? Да у меня же половина квестов сразу взлетит, а сюжет и вовсе не случится. Превращение всех татуев в белых и пушистых кроликов. И Инацума, откуда ты вообще эти пророчества взяла? Ну, из опросов в интернете. А что? Тогда на это у меня лишь одно пожелание. Разработчики, вы это, держитесь там! Пилите годный контент. И это, фанфики по Генше на ночь не читайте. Спасибо, спасибо. И дальше у нас...